Грузия, в общем, начиная с Калининград, Махачкала, Нальчик и все остальные участники. Желательно, чтобы... Там, и после этого уже совместно до находки, до... Наш мотопробег посвящен памяти всех мотоциклистов, невинно убиенных в пути, памяти всем погибшим байкерам в дороге. И проводится он как пробег эстафета от города к городу. Хочу безопасно путешествовать по России на мотоцикле. Хочу поддержать память всех мотоциклистов, которых погибли в дороге и не вернулись домой. Потому что хотел это сделать и мог. Но если бы я в этом году этого не сделал, то, наверное, бы уважать себя перестал. Можно?